проехали мимо тебя, но машина. Слушай, езжай. Мы поехали в поход в Бруклин Бридж Парк. Да, Миюш? Мия, свистни. Мия, давай. Поехали догонять. У нас привал, и у нас пикник. Мне интересно, в кадре это было или нет. Там видно мячик прилетающий. Алина, что за ты? Ты, походу, футболистка. Ты футболистка в прошлом, да? Ну... Давай еще раз. Пробуем еще раз. У нас привал в красивом месте. Здесь вид на Манхэттен, зеленая травка, наш велопарк. И мы нашли мячик чей-то. Давай еще раз, Алина. Мия, покажи, как ты мячик пинаешь. Мия, пни мячик. Или туча идет прямо к нам. Итак. В общем, мы... Опа! Вот, и надвигается на нас страшная туча. Страшная туча. И гремит гром. Здесь прудик с лотосами, с разными породами лотосов. Вы знали, что вообще существует столько лотосов? Что лотосы бывают очень разные. И посреди этого прудика с разными лотосами, опять же, скульптурные произведения Кусамы, именно в стилистике лотосов и цветов. Алина, ты знала, что существует столько лотосов в природе разных? Нет. Ну, что, такие красивые.
красивые никогда в жизни не видела на высоком стебле. Вот такие лотосы, да? Настоящее пятнистое растение? Да. Росло, да? Это видео. Поэтому можешь позировать. Пойдем? Давай. Пойдем, пойдем. Пойдем вместе. Я иду за тобой следом. Пойдем. Зовет меня Миюша, да? Зовешь меня? Пойдем, пойдем. Пойдем дальше. Пойдем смотреть на танцующую тыкву. Красивый, да? Травка такая тут красивая. Кто-то там скворчит. Да, какой-то там сверчок там. Сверчок там. Держи. Пойдем, значит. А кто тут стоит, читает? Видео? Да, да. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Все, теперь, теперь, Минозаса, попробуй, иди сама. После этого. Ты как куда-то боком. Алиночка. Да. Ну как тебе танцующая тыква? Очень заводная. Заводная тыква. Ну хорошо. Динамично. Итак, у нас есть возможность посмотреть на тыкву без очереди. И даже делать видео. Потанцевать рядом с ней. Я бы, конечно, сейчас лег поспать в этом газоне. После 2.5 часов дороги этот газон очень манит. Пойдем. Пойдемте. Очень хорошо, очень хорошо. Мия, ты зачем сумку достаешь? Ну, давай-ка все положим. Хозяйничает. Мия, смотри, ты белку видела? Это, видать, служащая парка. Тоже на зарплате. Сидит, ест. Ужин. В общем, гуляем мы по ботаническому саду на закате. Людей почти нет. Слишком. Красиво и ярко. Это бесконечно прекрасная природа. О, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Коляска с автопилотом. Новая функция управляется. Ой, управляется через Wi-Fi.
Пойдем дальше? Миюш. Камушки. Камушек. Давай. Все, пойдем дальше. Пойдем. Я несу. Ну, держи камушек. Чиппендейл там. Чиппендейл? Чиппендейл. И что, нам туда, по этой лестнице? Да. Говорят, что эта лестница построена древними индейцами майя. И там был храм солнца на закате. Стеша, ты где находишься? Rockaway Beach. Окей. Сегодня суббота, июль. So sunny and hot. And I look for great sea, ocean, Atlantic ocean. Что-то повсюду там какие-то змеи летают. Ну пойдем, наверное, в ту сторону прогуляемся, да? Что происходит, когда ты просишь своего мужа взять в магазине одну вещь? Одну. Стейк. У нас праздничный ужин сегодня. Стеша, ты что тут ждешь? Еду. Понятно. А что у тебя в руках? Джесса? Да. Подобие Джесса. Ну, у нас, в общем, планируется очень что-то вкусное, потому что, ну да, это, конечно, стейк какой-то вермишелевый, но выглядит аппетитно очень. Это эксперимент с чистой воды. А что еще будет к стейку у нас? Салат. Да, можно грибов добавить. Да. В мясо, да, да. Пожалуйста, в мясо грибов. Добавьте. Горячая. У меня видео идет. Все же позируют. Но кадр хороший. Стеша, вам слово. Только что прозвучал тут комментарий, что просто стейк было бы гораздо проще делать. По моей вине сегодня мы делаем вот это кулинарное творчество. Пахнет как вообще круто. Спасибо.
К чаю. У нас сегодня pea pie. Cream pea. Pie cream. Встали. На горбушку потащил. Самое лучшее время для того, чтобы съесть торт. 12 вроде уже. 12? Не может быть. Этого не может быть. Еще как может, да. Большой шаг. Давай делай. Вот, да. Побежали. Я что-то перевариваю что-нибудь, музыка. Здесь какая-то обезьяна нежная. Кинг-конг. Нежный Кинг-конг, да? Алина, комментируй, ты комментируй. Окей, нежный Кинг-конг. Лёг прилечь. Обнимает всех туристов. И очередь с ним сфотографироваться? Да, не знаю почему, чем-то он известен, наверное, но я его первый раз вижу, вернее, второй. Мы заходим на Хайлайн. Народа полно. Что это такое? Что, прям сейчас хотим идти? Да. Мальчика увидел.
Сейчас, секунду, вот так, поехали. Так, Сешечка садится в самую середину. Самое главное место. Это видео, видео. Это. По деловому. Да, это обычная деловая поездка. Да. Красиво вокруг. Nice view. А, да, ты что? Быстренько он плывет, да, корабль? Маленький, но шустренький. Да, кто бы заметил разницу? Это серфинг. Дикий серфинг. Это то, что ты снимаешь. Вот и все, это первое место. Это первое место на соревнованиях. Это шикарный серфинг был сейчас. Давай. Да, надо скорость, чтобы она была, чтобы твоя скорость совпадала со скоростью волны. Не хватает.
Видишь, такое получается? Да. Пробуй еще раз. Давай. Команда болельщиков. Ой, 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 какая гадость, ой, ой. Тут все в медузах давлены. Команда болельщиков или судей? Кто вы? Болельщики, конечно. Там молодой чемпион в кадровании показывает, как волну ловить. Слушай, выбилась из сил, кажись. Ну. Наконец-то получилось. Просто пусть пытался сориентировать, что это эксперт. Ноль эмоций. Нравится ей или не нравится, ноль эмоций. Сама на нем ездила. Ну, видите, она опасается. Опасается, да. Опасается.